В администрации работает комплексная комиссия по подготовке к празднованию Дня города. Продолжается ремонт внутри дворовых дорог. Проходит ремонтная работа автомобильных дорог. Просьба жителей обращать внимание на объявления и устроить автомобильный транспорт с дорог, который будет ремонтироваться. Глава Андрей Шубин попросил владельцев автомобилей с пониманием отнестись к ремонту дорог. Есть узкие места, где понятно, что где-то вручную будет выполняться, где-то механизированную работу, но вот, чтобы нам транспорт неудобства не создавал. Я понимаю, что может быть нашим гражданам неудобно по одной простой причине, то что подрядчик, хотя он работает в графике, по придомовой территории, да, но вот надо будет много потерпеть. Коммунальные службы готовят город к зиме. Завершена работа по гидравлическим испытаниям внутренних систем, продолжается работа по восстановлению теплового контура к предстоящему зимнему периоду. И продолжаются работы по ремонту подъездов. Значит, разыгран у нас конкурс. В соответствии с конкурсными процедурами определен подрядчик. Впереди еще два конкурса. Так что продолжим ремонтировать наши многоквартирные жилые дома. Летние каникулы завершились. 1 сентября во всех наших школах пройдут торжественные линейки, посвященные Дню знаний. В первой и во второй школе линейки начнутся в 9:30, а в третьей и четвертой в 10 часов. Ну и, конечно же, всех жителей, конечно же, наших учеников, воспитанников, их родителей мы приглашаем также в 11:30 на центральную площадь нашего города, где пройдет ряд праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний. Начало этого большого общегородского праздника в 11:30. Приглашаем всех. Инфекционные заболевания в городе регистрировались в пределах нормы.